засмотрится мне нынче, как задышится. Воздух крут перед грозой, крутовязок, что споется мне сегодня, что услышится. Птицы вещие поют, да все из сказок. Птица сирен мне радостно скалится, веселит, зазывает из гнезд, а напротив тоскует, печалится, травит душу чудной алконост. Словно семь заветных струн зазвенели в свой черед. Эта птица гамаюн надежду подает в синем небе. Колокольня не проколота, медный колокол, медный колокол. Толь возрадовался, толь ли осерчал. Купола кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал. Я стою, как перед вечною загадкою, пред великою да сказочной страной. Перед солоно да горько-кисло-сладкой, голубой родниковой ржаной, грязью чавкая, жирной да ржавою, вязнут лошади по стремена. Но влекут меня сонною державою, что раскисла, опухла от сна. Словно семь богатых лун на пути моем встает, то мне птица гамаюн надежду подает. Душу сбитую, да стертую утратами, если до тонка лоскут истончал, золотаю золотыми я заплатами, чтобы чаще Господь замечал. Золотаю золотыми я заплатами, чтобы чаще Господь замечал, как засмотрится мне нынче, как задышится.
Владимир Семенович Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве, в центре, в хулиганских дворах. Отсюда и начинаются его истоки творчества, где во всех песнях буквально сквозит его хулиганское детство. И, конечно, говоря о Владимире Высоцком, невозможно не сказать об этой песне наименование улицы, в которой уже переименована. Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Периоде новом он теперь стал все по новой, верь, не верь. И где бы ты бы не был, и где ты не придешь, нет, нет, да по каретному пройдешь, еще бы, где твои 17 лет? Где твои 17 бед? А где твой черный пистолет? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нем. Я скажу, что тот полжизни потерял, кто в большом каретном не бывал, еще бы на большом каретном. На большом каретном, а где твой черный пистолет? На большом каретном, а где тебя сегодня нет? И сам Владимир Высоцкий, конечно, говорил, что все корни его первых уличных песен, они взялись в романсах, в русских народных притчах, балладах. И, конечно, он не мог в раннем своем творчестве не окунуться в эти аккорды. Итак, городской романс. Я однажды гулял по столице, двух прохожих нечаянно зашиб, и, попавшись за это в милицию, я увидел ее и погиб. Я не знаю, что там она делала. Видно, паспорт пришла получать. Молодая, красивая, белая, и решил я ее разыскать. Ну а ей улыбались прохожие, мне так просто кричи караул. Одному гражданину по роже я дал за то, что он ей подмигнул. Я икрой ей булки намазывал, деньги просто рекой утекли. Я ж такие песни заказывал, а в конце заказал журавли. Говорил ей, что жизнь потеряна, я сморкался и плакал в кашне. А она мне сказала: я верю вам и отдамся по сходной цене. Я ударил ее, птицу белую, загорела горячая кровь. Понял я, что в милиции делала моя с первого взгляда любовь. Понял я, что в милиции делала моя с первого взгляда любовь. И, конечно, каждый в Советском Союзе, в той стране, где жил Владимир Семенович, хотел причислить его к своей профессии. Вот мой отец, Царство Небесное, говорил, что Высоцкий был строитель. И те, кто пребывали в местах не столь отдаленных, тоже говорили, что Высоцкий сидел в соседней камере, мы с ним перестукивались. Но надо внести ясность, Владимир Семенович никогда не привлекался к уголовной ответственности. Он был профессиональный артист, он закончил школу-студию МХАТ. И все эти песни, которые вот у него создавались, это все-таки такие поэтические, авторские сочинения под тем или иным впечатлением. За меня невеста отрыдает честно,
за меня ребята отдадут долги. За меня другие отпоют все песни и, быть может, выпьют за меня враги. За меня другие отпоют все песни и, быть может, выпьют за меня враги. Не дают мне больше интересных книжек, и моя гитара без струны. И нельзя мне выше, и нельзя мне ниже, можно только небо кусок, можно только сны. Сны о том, как выйду, как замок мой снимут, и мою гитару отдадут. Кто меня там встретит, как меня там вспомнят, и какие песни мне споют. Как меня там встретят, кто меня там вспомнит, и какие песни мне споют. И какие песни мне споют. Спасибо. И, конечно же, когда он взрослел, у него произошли ряд событий, ну, в смысле, в кавычках взрослел, он уже был взрослый человек, но просто получилась такая ситуация, после того, как он закончил школу-студию МХАТ, и он попал в театр Пушкина московский, где, ну, абсолютно сидел без ролей, где ему совершенно ничего не давали, и там он начал как раз всю энергию свою уже более так плотно выливать в стихи. И здесь, вот на перепутье вот между Таганкой и театром Пушкина, ну, даже ближе уже к Таганке, у него возникает военный цикл. И это как бы кардинально меняет его творчество. Если он начинал с хулиганского цикла, то вдруг возникают серьезные вопросы, которые он ставит перед нами, которые мы можем решать и до сих пор. Ответов на эти вопросы, конечно, как большой поэт, он не дает. Корабли постоят и ложатся на курс, но не возвращаются сквозь непогоду. Я, конечно, вернусь, не пройдет и полгода, чтобы снова уйти на полгода. Я, конечно, вернусь, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых красивых и преданных женщин. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, и я не верю судьбе, а себе еще меньше. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Хочется верить, что это не так, что сжигать корабли с
скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в мечтах, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в мечтах, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Спасибо. Ну и, конечно, когда он попал в театр на Таганке, там все началось по-другому, уже ему сразу дали роль, небольшую, но дали. И Юрий Петрович Любимов сразу обратил внимание, что он с гитарой, он сказал: «Вы, наверное, сочиняете?» Он сказал: «Да, сочиняю». «Ну, тогда спойте свое». И вот так началось общение. Он потом попросил: «Володя, может, ты что-нибудь сочинишь там вот для этого спектакля, для этого?» Ну, тут началось золотое время Высоцкого, все вы знаете, всего 12 лет, с 1968 года по 1980, и он служил в театре на Таганке. И здесь, поскольку театр на Таганке – это такой полузапрещенный был театр всегда, то, конечно, была жива память о великих интеллигентах-диссидентах. И Владимир проникся, и вот у него есть песня, называется «Вологда», которая посвящается такому диссиденту, который ехал из заключения домой, но до дому не доехал. Хоть бы облачко, хоть бы тучка, в этот год на моем горизонте. Как-то раз я встретил попутчика, расскажу про него, знакомьтесь. Он сказал: «Вам куда?» «Да Вологды». «Ну, да Вологды, это полобеды. Чемодан мой от водки ломится. Предложил я, мол, как полагается. Может, выпить нам, познакомиться? Поглядим, кто первее сломается». Он сказал: «Выходить вам в Вологде». «Ну, а Вологда — это вон а где». Я не помню, кто первый сломался. Помню, он подливал да поддакивал. Мой язык как шнурок развязался. Я кого-то ругал и оплакивал. А проснулся я в городе Вологде. Ну, убей меня, не припомню где. А потом мне пришили дельце по статье Уголовного кодекса. Успокоили, все перемелится. Дали срок, не дали опомниться. Если б знал, с кем ехал, с кем водку пил, он бы хрен доехал до Вологды. Эй, мать моя, давай рыдать, давай думать, догадать, куда, куда меня ушлют. Мать моя, кончай рыдать, давай думать, догадать, когда меня обратно привезут. Айся! Спасибо. И постепенно, уже будучи в театре на Таганке, еще не знаком с той прекрасной женщиной, но уже будучи разведен, он обращается к военному циклу, который вошел в сокровищницу его творчества. Все мы его знаем. И говоря о Высоцком, нельзя не сказать об этом цикле. В братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. Им кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигает. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной
персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. О вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Спасибо. В ресторане по стенкам висят тут и там три медведя, заколотый витязь. За столом одиноко сидит капитан. «Разрешите?» — спросил я. «Садитесь. Закури. Извините, Казбек не курю. Ладно, выпей. Давай-ка посуду. Да пока принесут, пей, кому говорю, будь здоров. Обязательно буду». «Ну так что же?» — сказал захмелев капитан. «Водку пьешь ты красиво, однако. Видал ты вблизи пулемет или танк? А ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был старшиной. За моей спиной такое. Много, брат, за моей спиной. Чтоб жилось тебе, парень, спокойно». Он ругался и пил, он спросил про отца и кричал, он уставясь на блюдо: «Я полжизни отдал за тебя, подлеца, а ты жизнь прожигаешь, Иуда, а винтовку тебе послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мной». Я сидел, как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиной. Он все дальше хмелел, я за ним по пятам, только в самом конце разговора я обидел его, я сказал: «Капитан, никогда ты не станешь майором». Мне этот бой не забыть ни почем. Кровью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. А с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Я уж решил, миновала беда, и удалось отвертеться. Но с неба упала шальная звезда прямо под сердце. С неба упала шальная звезда прямо под сердце. Звезд этих в небе, как рыбы в прудах, хватит на всех с лихвою. Если б не насмерть, ходил бы тогда тоже героем. И если б не насмерть, ходил бы тогда тоже героем. Я бы звезду эту сыну отдал просто на память. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать.
И, конечно, после военного цикла у него возникает уже цикл о преданности людей, о их дружбе, о предательстве. И здесь возникает колоссальный цикл, совершенно удивительный, совершенно великий цикл. Это его вот эти, это преддверие его философских песен. Это песня вот о походах в горы и так далее. И вот одна из шедевров его произведений, из его творчества, называется «Если друг оказался вдруг». Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке с тобой в одной, там поймешь, кто такой. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке с тобой в одной, там поймешь, кто такой. Если парень в горах и ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол нашел, а когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Значит, как на себя самого, положись на него. И, конечно, мы дошли до того великого момента, когда вдруг в Париже снимают кино совместно с Советским Союзом. Главная роль — Марина Влади. Владимир все это видит, сразу влюбляется в нее. И тут приходит известие от Юрия Петровича, что скоро Марина посетит наш театр. И все мужики, все актеры договорились, поспорили, чья же она будет. Все были в нее влюблены. Владимир не принимал участия ни в каких спорах, он просто... Как-то это так вот само собой естественно. Был спектакль «Гамлет», он отыграл. Значит, после «Гамлета» он всегда, у него была шерстяная вот эта одежда, он всегда до седьмого пота, потом всегда шел в душ, переодевался. И вот он чуть-чуть опоздал на этот банкет, и все вокруг Марины Влади пытаются ее развлечь. И тут входит Володя, любимо вспоминает, и все замерли. Все. И потом они убегают с этого банкета, дальше вы все читали в ее книге, больше они никогда не расставались. И, конечно... Это была большая любовь, которая жива до сих пор. Я думаю, Марина Влади об этом пишет в своей книге. И знаете, и вот когда она уехала, да, вот здесь он действительно приобретает какую-то еще одну глубину, еще один объем. Вот если сейчас молодежь есть в зале, я не вижу зала, то вам, конечно, будет не понять. Дело в том, что в то время невозможно было уехать в Париж просто так вот, взял и поехал. И он очень сильно страдал, и здесь возникает великая песня, которую все вы, конечно, знаете, которая посвящается Марине Влади. Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу,
уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным ссорит. Все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках заберу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Спасибо. Спасибо. И вот мы подходим к последнему этапу его жизни, это философские песни. Я никогда не верил в миражи, в грядущий рай не ладил чемодана, учителей сожрала море лжи и выбросила возле Магадана. А мы шумели в жизни и на сцене. Мы путаники, мальчики пока, но скоро нас заметят и оценят. Эй, против кто? Намнем ему бока. Но мы умели чувствовать опасность. Задолго до прихода холодов с бесстыдством шлюхи приходила ясность и запирала души на засов. И нас, хотя расстрелы не косили, но жили мы, поднять не смея глаз. Мы тоже дети страшных лет России. Безвременье вливало водку в нас. Не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, в которое болею или пью. Я не люблю, когда наполовину
или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я не люблю открытого цинизма. В восторженность не верю и еще. Когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю себя, когда я трушу. Обидно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюют. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие. Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу. Обидно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю. Дельфина срезана брюхом винтом, выстрела в спину не ожидает никто. На батарее нету патронов уже, надо быстрее на вираже. Но парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс. Парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс. Даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога. Петли дверные многим припят, многим поют. Кто вы такие? Здесь вас не ждут. Но парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс. Парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс. Многое лето тем, кто поет во сне. Все континенты могут лежать на дне. Все части света могут гореть в огне. Только все это не по мне. Но парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс. И парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс. Рвусь из сил и всех сухожилий, но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера. Из-за елей хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, лают псы до рвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука. Оградив нам свободу флажками, бьют уверенно, наверняка. Волк не может, не должен иначе. Видно, в детстве слепые щенки. Мы, волчата, сосали волчицу и всосали. Нельзя
за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают все до работы. Трёх на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры. Отчего же вожак, дай ответ. Мы затравленно мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не должен, не может иначе. Вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают все до рвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков. И я из повиновения вышел. За флажки жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил, из всех сухожилий. Но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, лают все до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Того веселья. Или куришь натощак, или пьешь с похмелья. Эх, раз, да еще раз. Да еще много-много-много, много-много раз. Оп! Да еще много-много раз. Кабакам зеленый штоф, белые салфетки, рай для нищих и шутов. А мне, как птицы в клетке. В церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан. Нет, ребята, все не так. Все не так, как надо. Эх, раз, да еще раз. Да еще много-много-много-много-много-много раз. Оп! Да еще раз. Да еще много-много-много. А я по полю, а вдоль реки света тьма нет Бога. А в чистом поле васильки дальняя дорога. А вдоль дороги лес густой с бабами-ягами, а в конце дороги той плоха с топора.
еще много-много-много-много-много-много раз. Оп! А еще раз, а еще много-много раз. Где-то кони пляшут в такт, не хотя и плавно. Нет, ребята, все не так, а в конце подавно. И ни церковь, ни кабак, ничего не свято. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Эх, раз, еще раз. А еще много, 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 много раз. Эх, да еще раз. Да еще много, 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 много раз. Опа! А что ты говоришь? А говори, Россия, мама, эй, хопа! Да еще раз, да еще много, 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 много раз. Хоп, 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 эй, эй, эй,25 июля 1980 года сердце великого русского поэта Владимира Семеновича Высоцкого остановилось, но память о нем и по сей день жива в наших сердцах. Обрыва, а над пропастью по самому по краю я коней своих нагайкою стегаю, погоняю что-то в воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю. Чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, вы тугую не слышите плеть. Да только кони мне попали. Привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. Я коней напою, я куплет опою, хоть немного им еще постою на краю. Меня пушинкой ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый, перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, не укащи.
мальчики, вам кнут и плети, да только кони.